приветствует вас. Сегодня мы расскажем о прицепе SST-7132-2K с подъемным тентом. Внутренние габариты кузова. Длина 2210 мм, ширина 1224 мм. Высота от пола прицепа до края каркаса тента 1000 мм. Высота борта 26 сантиметров. У данной модели открывается передний борт, задний борт. Борта усилены фанерой, и передний, и задний, в отличие от конкурентов. Борта толщиной 1 мм из оцинкованной стали с дополнительными ребрами жесткости. Внешние габариты прицепа. Длина 3436 мм, ширина 1695 мм. Высота с тентом в закрытом виде 1670 мм от земли. Вес прицепа всего 170 кг. Дышу прицепа переменного сечения толщиной 3 мм. Рама изготовлена из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Кузов прицепа в данной комплектации не самосвальный. Опционально можно заказать в самосвальном варианте данную модель. Прицеп не имеет подрамника. Установлены трехлистовые рессоры белорецкого завода совместно с амортизаторами работают рессоры. Амортизаторы от классики, от Жигулей. Ось из круглой трубы. Диаметр 60 мм. Стенка 4 мм. Ось крашеная. Подшипники установлены двухрядные, необслуживаемые. Колеса прицепа в данной комплектации радиус 13-го. За дополнительные деньги можно заказать на 15-м радиусе колеса. Размер колеи 1525 мм. Дорожный просвет 255 мм. Погрузочная высота 600 мм. Крылья пластиковые с брызговиками. Дышло у прицепа V-образное. Отверстие под установку опорного колеса, коммута. Страховочные цепи в комплекте идут. Есть возможность регулировки цепной головки по высоте. Нижнее положение перекрутить можно, чуть выше будет. Цепная головка на 750 кг, подшар 50 мм. Также на дышле установлена поперечина для крепления запасного колеса. Вилка стандартная, 7 пин. Проводка идет по кузову и крепится стрепами. Пол прицепа влагостойкая фанера, толщина 9 мм. Задние фонари на коннекторах байонет. Немного темно, уже не видно. Вот такие быстросъемные коннекторы, без изоленты, без скруток. Все достаточно аккуратно. Катафоты на прицепе установлены. Передних габаритных фонарей на данной модели нет. Фурнитура современная установлена, защелки переднего и заднего борта и подъемного механизма тоже. Все аккуратно. На прицепе установлен евротент с металлическим тросиком в резиновой оплетке. Тент имеет передний и задний клапан для удобства погрузки
прицеп. Дуги тента, как и у всех моделей SST, также выполнены из оцинковки. Под видео в описании наш сайт и адреса магазинов, где вы можете приобрести прицепы SST. Ставьте лайки. До новых встреч!